9.26. Тут благословение за послушание и наказание за непослушание предложены для выбора. Для выбора. То есть это, каждый должен сделать выбор для себя. Значит, если люди выбирают и входят в послушание, то приходит на них благословение. Если пренебрегают этим законом, то приходит вот отсюда и войны начинаются. Потому что Слово Божие говорит: и поражу вас семеро за грехи ваши. И тут вот вся глава, тут несколько раз, он, по-моему, раза 3-4 говорит, что поражу вас семеро, если не вразумитесь, тогда придет вообще полное уничтожение. То есть, ну, тут Бог, Он проявляет свою благость и милость, Он стучится, и вот он даже Израилю говорит: ну куда тебе бить-то еще? Вот нету живого места, и ты все равно это, ну, в противлении стоишь против меня. Ну, то есть это уже как, это превратный ум, и человек идет наоборот вообще против Бога. Вот, вот отсюда и войны получаются. И, ну, вот он говорит: поражу вас мечом. И много раз вот Израиль, когда они отступали от Бога, и приходил народ, который намного сильнее. Да, вот. А у народа Божьего, наоборот, он говорит: вот если же не послушаете меня, не будете исполнять всех заповедей сих, если презрите мои постановления, если душа ваша возгнушается моими законами, так что вы не будете исполнять всех заповедей моих, нарушив завет мой, то и я поступлю с вами так, пошлю на вас ужас, чахлость и горячку, от которых истомятся глаза и измучится душа, и будете сеять семена ваши напрасно, и враги ваши съедят их. То есть, ну, вот здесь вся глава вот идет вот в том, что и конец, как бы итог, если не обратитесь от худых путей своих, то тогда придет истребление полное. Но и то, при всем при этом, он еще говорит, что, ну, и если даже еще остается остаток, если даже кто-то обратится, то, ну, тогда наоборот придет благословение. А благословение тут вообще прям так здорово. Вот. Но самое главное, на что здесь обращает Господь внимание, это соблюдайте субботы и чтите святилище мое. Самое главное. Вот если вы будете поступать по уставам моим и заповедям моим, будете хранить и исполнять их, то я дам вам дожди в свое время, и земля даст произрастения свои, и дерева полевые дадут плод свой, и молодьба хлеба будет достигать у вас собирания винограда, собирание винограда будет достигать посева, и будете есть хлеб свой досыта, и будете жить на земле вашей безопасно. Пошлю мир на землю вашу, ляжете, и никто вас не побеспокоит. Сгоню лютых зверей с земли вашей, и меч не пройдет по земле вашей. И будете прогонять врагов ваших, и падут они пред вами от меча. Пятеро из вас прогонят 100, и 100 из вас прогонят тьму. И падут враги ваши пред вами от меча. Презрю на вас, и плодородными сделаю вас, и размножу вас, и буду тверд в завете моем с вами. И будете есть старое, прошлогоднее, и выбросите старое ради нового.
и поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не возгнушается вами. И буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете моим народом. Я Господь, Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы вы не были там рабами, и сокрушил узы ярма вашего, и повел вас с поднятой головою. Аминь. Вот такое благословение богатое, да? Великое Божье благословение придет на людей, которые чтут Господа и чтут святилище Его, и соблюдают заповеди Его, и соблюдают субботы Его. Вот такое благословение. Ну, а если же отступают, то тогда вот война, тогда война. А здесь он говорит, что будете жить безопасно в земле вашей. И ляжете, никто не побеспокоит вас. Но даже если появятся и враги, то они падут от меча. Все. Войны они приходят, они от того, что приходят, что это приходит непослушание и нарушается закон Божий. Но вот если мы в этом мире скажем, ну мы здесь тоже как-то ограничены рамками закона, правильно? Мы же не можем тут убивать, тут за это тоже посадят в тюрьму. Вот. А небесный закон, они есть, они существуют, и их надо исполнять. Как мы войдем в вечность, если будем попирать это, да? Законы, то есть, за это придет тогда наказание, смерть. Вот, а если будем, то придет благословение, и будем жить безопасно в земле вашей. И будет дождь в свое время, и деревья будут плодоносить, и будем плодородными размножаться, и главное, что Господь будет среди нас. Вот это самое главное. Слава Господу. Слава Господу. Это получается, смотрите, здесь как бы можно с двух сторон посмотреть. И на этой земле благословение, то есть урожай будет и все, да, Бог обещает, благословение. И на новой земле будет благодать, покой, радость вечная, да. И никто не обидит. То есть это и говорится и про новую землю, и говорится здесь на земле тоже. То есть можно вот так как бы с двух сторон это увидеть, как пророчески, да, как продолжение. То, что на земле и благословение переходит в небесное, да, то есть в вечность. Начало здесь и вечность, да, благословение. Вот как выбрал человек здесь на земле, так и в вечность он входит, да. И вот поэтому, когда говорят, что Ветхий Завет, там одни войны, это полное непонимание Божьего замысла, Божьего характера. Здесь вот мы сейчас прочитали, да, вот Саша прочитал в Левитам, что он защитит, он врагов уничтожит. Так вот смотрите, верующие на земле живут, например, да, или народ какой-то живет, который ничего плохого не делает, да, я имею в виду, ни на кого не нападает, да, а кто-то на него нападает. Они вот, например, этот народ уповает на Бога, да, выбрали Бога своего Творца своим Богом, да. А Бог обещает здесь, что Он уничтожит врагов. Ну как это будет? Он же обещает, правильно? Поэтому уничтожение, вот войны вот эти показаны нам в Ветхом Завете, да, вот это уничтожение людей, потому что уничтожение людей, потому что в них нет ничего доброго и никогда не будет. То есть это просто всегда зло, всегда вечно зло. И Бог это видит. Поэтому такие люди, они достойны только уничтожения, потому что нет ничего доброго. Как вот сорняки мы вырываем, потому что от них ничего худого, и они портят только урожай, правильно? Вот, это вот нам пример. Это нам вот пример. Мы во всем должны видеть эти примеры. Бог нам открывает в простоте. И это не злоба Божья. Это, наоборот, забота Его. Потому что не должно увековечиться зло. Иисус умер, чтобы уничтожить зло, уничтожить грех. Он уничтожил грех. Вернее, Он его победил и полностью уничтожит. И это Его обещание. Вот это время сейчас, что еще Бог долготерпит. Он еще не закрыл двери благодати. Он еще медлит возвращение. Для чего? Чтобы больше спаслось людей. Потому что невеста Его еще не приготовлена. Как только невеста будет приготовлена, то все. То
жених придет за ней. То есть Иисус придет за женой своей. Невеста будет приготовлена, произойдет небесный брак, да? То есть соединение с Господом, и Господь придет уже за своей женой. Все. Но смотрите еще, что интересно. Вот он говорит, вот сейчас мы прочитали, Бог говорит, благословение и дождь вовремя, да? И будешь спать спокойно, и никто на тебя не нападет и так далее. То есть Бог будет просто покровом твоим, да? Это он обещает. Но смотрите, в книге Откровения нам описано, что будет последнее время. Что все это случится с народом Божьим. Но не потому, что это наказание. Это будет испытание веры. Это просто сатана покажет себя во всей своей уродливой красе. Ну, в кавычках. Просто Бог позволит сатане полностью раскрыться. И, конечно же, какая будет ненависть на сатану? Какая ненависть будет сатаны? На кого излиться и зальется? На людей Божьих. Он же в небо не будет стрелять, и люди не будут же в небо стрелять, правильно? На кого они будут нападать? На Божий народ. Это все равно, что на Бога. Бог как говорит? Бог говорит, кто обижает моего, тот что? Касается зеницы ока. Представляете, кто обижает Божье дитя, кто обижает его народ, вот так скажем, да? Те, которые выбрали его Богом, под его покровом, те, кто обижают их, касаются зеницы ока Божьего. Давайте теперь простой пример. Бог настолько мудрый, что он нам вот все показывает вот в простых примерах. Скажите, тебе кто-то в глаз попадет чем-то, что у тебя будет в ответ? Ну, реакция твоя какая будет? Ну, кто-то тебе в глаз тыкает, что будет? Что ты сделаешь с этим, который тебе в глаз тыкает? Остановишь его, как минимум, чтобы он не тыкал, правильно? А как остановишь? Силой. Это, кстати, Ветхий Завет, да, там глаз за глаз. Но те, которые вкусили благодать Божию, то подставят вторую щеку. И как тоже вот слышала я, типа, слабые, трусы, те, которые типа на войну не идут. Я говорю, нет, это наоборот не слабые трусы. Это наоборот, попробуй ты против шерсти, попробуй ты против течения большого пойди. Нарушителей заповеди очень много, и широкие врата, ведущие в погибель. Но народ Божий не будет убивать людей. Народ Божий не будет убивать людей. В них будет Бог, в них находится Бог. Поэтому, когда ты смотришь на Ветхий Завет, ну, и Духом Святым, да, все пропитано, когда тебе Дух Святой открывает это все, ты понимаешь, что, ну, ты видишь характер Божий, и все соблюдается по слову Его. Он сказал, так и происходит. Он сказал, так и происходит. Поэтому мы видим много в Ветхом Завете. И дети, помните, вышли, и плешивым обзывали пророка Елисея. Вышла медведица и их всех сразу убила. Потому что там ничего доброго не было. И не будет. Бог знает. Понимаете? Бог знает. Наши мысли не Божьи мысли. Вернее, Божьи мысли не наши мысли. Его пути выше наших путей. Поэтому, если у нас покорное сердце, если мы доверяем Богу, то Господь открывает все в правильном свете. А иначе получается превратный ум. А превратный ум что делает? Оправдывает себя Библии, например, воюет и говорит, вон Ветхий Завет воевали и так далее. То есть везде себе находить какие-то местописания, вырывать из контекста и в защиту себя как бы их говорить. Это превратный ум, это не Божий Дух. Поэтому написано, по делам их узнаете. То есть мы сердца не можем видеть как Бог, но дела и слова мы можем видеть. Да? Что из уст человека выходит? Что он делает, как он живет, это мы можем видеть. Поэтому плоды Духа мы можем видеть, они видимы. Поэтому выбор за нами, что мы выбираем. Давайте сегодня разберем это Евреям 11 главу про веру. Мне хочется про веру поразмышлять. Евреям 11 глава – это глава веры, да? Давайте прочитаем и поразмышляем. С 1 стиха. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние». Слышите? Свидетельствованы древние. Это о чем говорится? Это о том, что написано нам в Ветхом Завете, да? Описаны нам истории, герои этих историй, да?
как бы наглядный пример нам. И вот в ней свидетельствованы древние. То есть это как свидетели веры. Свидетели. Это являются свидетелями Бога, да? Свидетели веры. Какой веры? Сейчас многие могут назвать такую веру, другую веру. Вот давайте разберем, какую веру. Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим. Как мы познаем, что все сотворено Богом? Как? Верою. Верою, потому что мы не видели. Мы не видели. Но познаем это верою. Вот это невидимо, но мы видим, да? Верою как бы видим. Потому что мы разумеем, понимаем, что никто не может изменить лето, зиму, осень, весну. Никто не может поменять, чтобы всегда была весна. Кто это сделал? Это что, от взрыва, что ли? Или какой человек, сложный организм его? Ум, разум, воля. Что это? Откуда это? То есть есть великий Творец. Поэтому мы не видели, как он это творил, но мы веруем, потому что для нас это написано, сказано. Он сотворил все словом своим. И то же слово действует и сейчас. Оно творческую силу имеет. Поэтому, если вот мы прочитали сейчас Левитам, написано благословение и проклятие. Бог говорит, вот благословение, вот проклятие. Выбери жизнь, выбери благословение. Он говорит, выбери благословение. Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое. Понимаете? Вот из невидимого произошло видимое. То есть мысль Божья, да? Мысль Божья. Вот, знаете, это как, это интересно. Мысль Бога, она же невидимая, да? Мысли, они наши, невидимые же. Иисус назван Слово Божье. Иисус – Слово. Сказал Бог, и стало так. Смотрите, это как одно неотделимое, понимаете? Бог и Сын. Хотя две личности, потому что Бог и Сын. Отец и Сын. Нам в пример мы понимаем, что это две личности, потому что мы, у нас тоже отец и сын есть, да? И дочь есть, да? Видите, как интересно? Мы можем, разглядывая, размышляя над тем, как мы сотворены, понимать Бога. То есть он помыслил, ну, у Бога все в мыслях, он, как это, задумал, и мы знаем, что Иисус все творил. Иисус творец, Бог творец, Бог и Отец, и Сын, и Дух Святой. Бог творец. То есть я даже не знаю, как это вот разделить. Я боюсь, как бы мне не согрешить, понимаете? Мысли неправильно это не увести. То есть это вот как одно. Одни мысли, одно, все одно. Божественная природа одна. Вот как мы между нами, мы соединены человеческой природой, да? Но, а Бог, Отец, Сын и Дух Святой – это Божья природа, это один Бог. И вот творение, все его творение, вот это невидимое стало видимым. То есть по слову его все сотворено. Вот это просто чудо. Ну, я не знаю, как это, слов не хватает сказать, как это. А вот из невидимого стало видимое. И доказательств много, куда ни посмотри. Как трава растет, как зародыш просыпается в земле, да? Просто так он будет у тебя в тарелке лежать, он не прорастет. Ему что нужно? Вода и земля, да? Ну, хотя бы вода. То есть семечку взять, в ней столько силы заложено, Слово Божьего, да? Вот он сказал, что каждое семя сеется по роду своему, да? То есть сорняк сеет сорняк. Сорняк тебе не посеет клубнику. От яблони – яблони, от груши – груши. Вот как сказал Бог, так мы до сих пор видим. Мы видим силу слова его. Он сказал, и мы по сей день уже 6 тысяч лет видим, как слово его действенно. И когда мы разглядываем его творение, мы верим слову, которое написано в Библии. Так? Это слово Божие. Он сказал, как будет с теми, которые не выбирают послушание Богу, которые выбирают грех. Он же написал, что будет с ними. Так так и будет. Он сказал, и сделалось. Он повелел, и явилось. То есть он помыслил, сказал, и стало. Это Бог. Это просто, ну, невозможно никого сравнить с ним. Никого. Как мы ему угождаем? Только верою. Мы не можем ему угодить своими делами добрыми. Мы ему угождаем верою, а уже из веры дела веры – это как плод. И даже вера, она у нас от Бога. У нас нет ничего нашего, грехи только наши.
Нет, грехи мы и по наследству, мы и сами делаем грехи постоянно. Нет, мы силою Божьей можем сказать нет. Это просто постоянно атака идет. Постоянно идет атака. Да, это великая борьба. И она скоро закончится. Как только невеста Божья приготовлена будет, произойдет слияние с Богом. Одно. Да, вот это запечатление, вот это излитие позднего дождя. Вот этот брак Агнца на небе. И все. И он придет забрать свою жену. И вот важно очень мысль вот эту вот тоже держать. Да, Бог человеколюбивый, многомилостливый, прощающий грех и беззаконие. Но что делает? Но наказывает. Он наказывает. Бью, говорит, всякого сына, который приходит ко мне. А кого он, значит, не бьет? Чужого. Скажите, мы не приходим же в чужой дом, не бьем там детей, не воспитываем же, правильно? Ремня не даем чужих, а своих. Ну так же и Бог. Поэтому, вот как сегодня мы прочитали, войны Бог допускает. Для чего? Чтобы обратились от худых путей. А если не обращаются, то уже поражение идет полное. Это как воспитание детей. Вот ты воспитываешь, да? Ты можешь это вот увидеть. Итак, верою познаем, что веки устроены Словом Божьим. Так что из невидимого произошло видимое. Итак, мы верим, но мы как бы и видим тоже. Вот мы видим небо, мы видим дожди, мы видим, как мы стареем, как дети растут. И никто не может себе прибавить росту, написано. Никто не может себе сосчитать волос на голове. А Бог все может. Он знает, сколько волос у нас на голове. И написано, ни один волос не упадет с головы нашей, чтобы Бог не знал об этом. Понимаете? Это Бог. Если начнешь об этом размышлять, ну, просто это бесконечное, это просто бесконечная глубина, широта и высота. Вот такая нескончаемая любовь Божья. Вот такой Он. И вот эта Его нескончаемая любовь, она открылась нам во Христе. Вот она невидимая нам была, но пришел Иисус, воплотилось Слово Божие, да? И Слово стало плотью. То есть Иисус воплоти стал. Был Дух, Бог Дух, Бог есть Дух написано. И Слово стало плотью, Он воплотился. Произошло перевоплощение. То есть теперь Иисус в человеческом теле, только уже в вечном, нетленном. Потому что Он воскрес, аминь. Слава Господу, Он воскрес. Итак, Слово стало плотью. И вот эта Его любовь, которую мы не видели, она явилась в Иисусе Христе. Воплоти. Как явилась? Крест Христов. Его страдания. Для Иисуса даже рождение здесь на земле уже страдание. А еще крест. То есть он еще испил чашу до дна. Он еще был проклят вместо нас. Наше проклятие за грехи пало на Иисуса. Вот любовь. Вот явилась любовь во плоти. Но мы ее не знали раньше. Мы могли видеть творение. Мы могли видеть, что есть Бог. Мы могли видеть эту заботу, вот эти бабочки летают, птички поют, соловьи поют. Это же прекрасно. Все славит Бога, а мы наслаждаемся. Видна Его забота. Но скажите, могли ли бы мы понять Бога без Сына Божьего? Вот эту любовь, вот эту любовь. Пророки Божьи, они ее пережили, вот эту любовь Божию, в Ветхом Завете. Но когда пришел Иисус на землю, когда Он воплотился в человека и умер за человечество, любовь открылась всем. Вот эта невидимая мысль, невидимая любовь, оно стало видимым для всех небожителей и для всех нас, кто только имеет глаза духовные. Они могут это увидеть. Поэтому верою познаем, что все сотворено, да? Словом Божьим. То есть Он помыслил, сказал и стало так. Поэтому творение все сотворено, да и аминь. Но без Иисуса Христа мы не могли бы понять Бога. Вот явилось, вот проявление характера Божьего видимо. Любовь Божья стала видимая. Потому что мы когда друг друга любим, ну такой корявый пример, но все равно. Мы когда любим кого-то, да, друг друга когда любим, мы же любовь саму не видим. Мы ее не можем пощупать, саму любовь. Мы видим проявление любви. Добрые дела, добрые слова, забота, да? Самоотверженность. Вот ты для кого-то, а не для себя. Вот она любовь, да? И это видишь ты уже, да, плоды. То есть уже видимые это плоды. Вот так же проявление Бога в нас будет явлено. Сейчас так отчасти, когда подумаем о Боге.
проявление происходит. Когда смотрим на Иисуса, в Слово Божие, да, то проявление происходит на... А когда не смотрим, то и нет его проявления. Есть суета и раздражение, да? Итак, повторим первый стих. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Так вот, смотрите, забитый гвоздь. Слово Божие вот так читается, да? То есть вначале забивается гвоздь. Вот, все, вера же есть осуществление ожидаемого. Вот, то есть ты это не видишь, ты это ожидаешь, ждешь, веришь, ждешь, да? То есть вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Уверенность. Все, ты уверенный, какой твой Бог. Он реальный, он на небе сейчас. Иисус на небе сейчас. Бог на небе. Здесь кто? Здесь Дух Святой. Дух невидимый. Но мы можем его видеть в проявлениях, в плодах. То есть кто-то тебе доброе делает или доброе говорит, вот оно проявление Духа Святого. Да? Или ну, плоды Духа – это черта характера. Тоже видимое, да, становится. Когда ты видишь человека, ты понимаешь, что это Бог в нем. Он был вот такой, а сейчас он вот такой. Он был убийца, а сейчас поклоняется Богу. С искренним сердцем и посвятился ему полностью. Вот важно. Потому что можно поверить, а потом суета уведет. Компромиссы. Один, второй, третий. И так остывает любовь. Любовь еще может остыть внутри. Когда постоянно пренебрегать, небрежно относиться к вере, небрежно относиться к Слову Божьему, да? Небрежно относиться к истинам Божьим. Помните, мы разбирали, почему это слово «небрежно»? Это есть дремота. Дремота, пренебрежение, ну, небрежно относиться. Дремлет, это дремлет человек. Если не проснется, то уснет, то есть умрет. Все просто. Так вот, забитый гвоздь нам, да? Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. Вот, дальше пойдет о том, что сейчас забит гвоздь. Дальше пойдет разъяснение вот этих трех стихов. «Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое». И теперь идет разъяснение нам. То есть в ней свидетельствованы древние. Кто такие древние? Читаем. «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен. Как засвидетельствовал Бог о дарах его, ею он по смерти говорит еще». То есть он вроде как спит, ну то есть умер, Авель же умер, он вроде спит, да? Ну как смерть, это как сон по-библейски. То есть Авель умер. Ну скажите, вера его говорит нам? Говорит нам почему? Потому что она засвидетельствована нам в Писании. Поэтому она говорит нам. И кровь Авеля взывает тоже там, да, это ну, написано, да, в Писании. То есть вроде как, ладно, в это я не буду сейчас окунаться, а то мы недоразберем. Итак, верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен. У меня постоянно в мыслях святилище. Вот у меня сейчас постоянно мысли в святилище. Вот я читаю, и у меня сразу переносятся мысли во святилище. Как там все сделано из дерева, из акации, да, сетим, из дерева сетим. Как все сделано из дерева и покрыто золотом. Дерево – это вот это наш, это мы, это люди, человечество, человеки. Как бы вот эта греховная плоть в нас, да, это дерево. И оно что? Покрыто золотом. Причем золотом полированным, то есть чистым золотом, полированным так, что как зеркало, как зеркало. Это как раз и говорит, это такой образ нам, что вот человек, а золото вокруг, ну вокруг этого дерева, да, покрыто полностью дерево золотом. Золото – это вера. Писание нас учит, что это вера. Испытанная вера драгоценнее золота. И что это золото полированное? Оно отражает первосвященника, когда он входит во святое и во святой святых, да? Отражает первосвященника. Кого мы тогда, наша вера, кого отражает? Иисуса Христа, он наш первосвященник. Это прекрасный образ нам. Так вот, Авель, вот здесь, да, мы читаем, верою принес Богу жертву лучшую. Какую? Он принес ту жертву, которая за грех. Жертву всесожжения, как Бог сказал это делать. А Каин какую жертву принес? Он принес овощи. Он принес
от земли, он не от стада принес, не кровь пролитая, да? Он принес ту жертву, которую сам захотел Богу принести, не ту, которую Бог повелел. Поэтому Бог не презрел на эту жертву, которую сам он сделал. То есть я сам, это самость, это вот это Ветхий Завет, знаете, в чем он заключается? В том, что человек говорит, я сам, Господи, помоги мне, чтобы я был такой-то и такой-то. Но оно, конечно, хорошо, это тоже так хорошо, но давайте вот так вот, неправильно я немножко сейчас. Бог говорит, не убей, а человек говорит, хорошо, не буду убивать, Господи, обещаю тебе. Вот. Самость. Вот это я сам. То есть тебе не нужен Иисус. Ты типа сам. Но на самом деле ты разве сможешь это сделать без благодати Бога? Ты тут же на кого-то обидишься, злое слово сказал. Да ты убил. Ты убийца. Так мы можем убивать каждый день, если так посмотреть. А Авель принес жертву, которую Бог сказал принести. Он от стада взял, принес. И была пролита кровь. Это угодная Богу жертва, потому что это говорило об Иисусе Христе. Только эту жертву Бог приемлет. Только жертву Иисуса Христа. Поэтому, когда Бог нам говорит «не убей», когда Бог нам говорит «не убей», как мы отвечаем в ответ? «Да, Господи, да будет нам по слову Твоему, не нашею силою, но Твоею да будет». Аминь. «Да будет, я выбираю, Господи, не убивать, да будет мне по слову Твоему. Своею силою я не могу, я убийца, да будет мне по слову Твоему. И я верю, как Он сотворил все, так Он и во мне сотворит». Аминь. Вот это вера через жертву Иисуса Христа. Ну, вот это угодная Богу жертва – это Иисус Христос, Сын Божий на кресте. Разве может какая-то другая вера угодить Богу? Скажите мне, пожалуйста. Вот вера Каина, вера Авеля, который принес жертву угодную Богу, и вера Каина. Поэтому в основном весь мир сейчас как Каин. Они приносят жертву, которую сами хотят. Мы так хотим верить, мы хотим в Будду верить, мы хотим в того-то верить, в чужих богов верить, во что угодно верить. В себя верить, в закон верить, еще во что-то верить. Хоть что, во что ты веришь, но не в истинного Бога. Это все чужие боги. Это жертва, неугодная Богу. Потому что жертва, угодная Богу, это Сын Божий на кресте, в которого ты веруешь. Вот жертва, понимаете, наша. Это вера наша в Сына Божьего, в Агнца закланного, еще от создания мира. Только Его заслугами мы спасаемся. И Его праведность нам вменяется, и мы становимся праведными. Вот об этом как раз здесь и говорится. Говорится, что верою Авель принес Богу жертву лучшую, лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен. Он получил внутри свидетельство. Это тоже реально. Оно вот невидимое, но кто это пережил? Внутри свидетельство прощения. Переживал это? Вот эта чистая совесть внутри тебя. Вот эта легкость, вот это покой. Это свидетельство внутри тебя. Оно невидимое, но ты его видишь. Аминь. И это вменилось ему в праведность. Аминь. Вот эта вера, он же не видел еще Иисуса на кресте. И мы не видели, мы тоже верою верим. И это вменилось ему в праведность. Вы посмотрите, что важно, какое здесь ключевое. Вера в Иисуса Христа и праведность Иисуса. Не Авеля праведность, а Иисуса праведность вменяется. Поэтому не по своим делам, а по вере в Иисуса Христа. И только такую жертву, вот такая вера, угодная Богу, это вера самого Иисуса Христа. Сам Сын Божий так верил на земле. Аминь. Мы видим, мы читаем это в Писании. Он всегда уповал на Бога. Когда он ходил по земле, он уповал на Бога. Он уповал на Божью силу, а не на свою. Свою божественность он оставил. Ну, как оставил? Он ее не принимал, не как в действие не... В действии не принимал. То есть он, да, как бы сокрыто это было. Он прожил жизнь как человек, как мы. Он взял на себя все наше и понес на себе все наше. Как в Адаме мы все согрешили, так в Иисусе все оживем. Как? Но мы верою, аминь, оживем. Но оживут и те, которые не верили тоже, но для суда.
для вечного. Поэтому в Иисусе все оживут, все. Кто выбрал его, кто не выбрал его, оживут все. Но кто-то для вечной жизни, а кто-то для вечной смерти. Все. Да, в разное время. Разные суды. Или даже это можно вот так сказать, даже не разные суды. Это как один суд, просто периоды суда. Поэтому во святилище, когда мы смотрим, мы можем видеть Евангелие. Поэтому вот это то, что Бог дал святилище, вот которое было на земле, да? Мы видели в нем Евангелие, мы видели в нем Иисуса Христа. А сейчас святилище, это не нужно строить. Не нужно строить храмы, потому что Сын Божий уже пришел. Сын Божий стал этим агнцем, который беспорочный, без порока агнец, который взят откуда? Из людей, как из стада, как из людей. Он был взят без пятна и порока, то есть на нем не было греха. И он был принесен в жертву. Только такая жертва, только такую Бог жертву презрел, Отец. И самое важное, мы должны понимать, что в Иисусе Христе был Бог. Отец здесь был вместе с ним. Он был в Иисусе. Он был на небе и Духом Божьим в Иисусе. Аминь. Поэтому на кресте произошло и отделение от Бога за грехи, да? И смерть за грехи. Он пострадал за грехи наши, Иисус. Он был изъявлен за грехи наши, но он был еще и проклят. И это произошло с Иисусом. Но это же переживал и Отец в нем. Вы понимаете, он никогда не оставлял Иисуса. Было позволено пережить Иисусу Христу отделение, как человеку, отделение от Бога. Но Бог не покидал Иисуса. Бог переживает все вместе с Иисусом. Аминь. И когда мы смотрим на святилище, как оно устроено, мы можем увидеть там Евангелие. Ну, на сегодня только вот разберем только вот это дерево, покрытое золотом. Жертвенник курения. Из дерева, покрытый золотом. Да? Столбы там, все покрыто золотом. Это вера. Это вера. И вера, она... Вот смотрите, вот представьте, святилище, да? Все стены золота. То есть дерево, покрытое золотом. В жертвеннике дерево, покрытое золотом. Ну, жертвенник курения. Ковчег, дерево, покрытое золотом. Крышка ковчега из чистого золота. Светильник из чистого золота. В этом нам Евангелие. Вы смотрите, везде человек, вера, Бог. Человек верит, и это как золотом покрыто. Это праведность Иисуса Христа. Вера Иисуса Христа, которая в книге Откровения написана. Здесь терпение и вера Иисуса. Да? Это третья ангельская весть. Это будет это время тяжелое, где верующие будут проходить как, ну, испытания вот, веры. Но Бог будет в них. Вообще вера испытывается и сейчас. Вера растет сейчас. Поэтому вот это, что описано в трехангельской вести, третьей вести, вот это страдание верующих, оно никак не падет на тех, у которых вера не крепкая. Приготовленные только смогут пройти вот это последнее испытание. Поэтому вера наша растет сейчас. Вот сейчас, которые испытания приходят, от этого растет наша вера, как мы проходим это испытание. Даша, у тебя был вопрос. Тогда было глаз за глаз. Вот Иисус Христос сейчас пришел на землю, да? Ну, вот мы живем вот это в Новом Завете. Ну, хотя это не Новый Завет, это Вечный Завет, да? Ну, так в Писании нам написано, Ветхий и Новый Завет, да? Новый Завет – это после рождения Иисуса Христа, да? На скрижалях, вот именно что. А они должны быть прописаны в сердцах. Вот на скрижалях как раз вот это, и мы видим Ветхий Завет. Потому что на скрижалях написано законы. Не убей, а человек не может не убить. Он все равно убивает. Хотя говорит, я не буду, обещает Богу, я не буду убивать. А сам все равно ненавидит или еще что-то, да? Вот этот Ветхий Завет, он и сейчас в людях живет. Он в нас. Это и есть борьба. Конечно, говорим, верим, а сами тельца делаем. Мир этот. Это то же самое. Вот этот Ветхий Завет, он и сейчас в нас живет. А Новый Завет, это что? Это когда, Господи, я выбираю твою заповедь. Я ее люблю, как Давид говорит, да? Я люблю эту заповедь, не убей. Я не хочу убивать. Я выбираю ее. Да будет мне по слову твоему, Господи. Ты говоришь, не убей. Хорошо, Господи, да будет мне по слову твоему. И ты веришь, что он это в тебе сотворит. Он, а не ты. И ты уповаешь и успокаиваешься в нем. Какой это пример для нас? Все, что написано в древних, это все для нас пример. Какой это? Заклятого, чтобы у нас не было.
А что заклятое? Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, мир заклятое? Мы должны быть отделенные от мира, но мы не должны выйти из мира. Мы должны быть в мире, но быть как светильник, отделенные от этой тьмы. Светить, да, светить – это значит, слово в нас проявляется. Вот что значит светить. Мы сами не можем светить. Это слово Иисус в нас проявляется. Через характер, действия, дела, слова. Богу. А ну, Бог... Да, но только Он этого хочет. Поэтому Он хочет, и Он это сделает, если мы скажем «да». Да, если мы Ему покоримся. Сказать «да» – это значит Ему покориться. Не просто на словах «да», а сам делаешь другое. «Да» – это значит Ему покориться. Покориться Ему, не человеку, а Слову Божьему. Не стоящее. Да будет мне по слову твоему. Ничего не стоящий, да? Это он говорил, я раб ничего и не стоящий. А Мария говорила, я раба Господня, да будет мне по слову твоему. Мы разбирали хорошо, да, слово раб. Это просто счастье быть рабом Божьим. Молитву говорю, я раб Андреева. Гому у меня, говорю, правильно. Оно, знаете, это происходит изнутри. И молитвы твои изнутри, они правильные. Почему? Потому что у тебя, оно... Вот эта истина, она вот, ну вот растворилась. Вот те, которые противятся в чем-то, в мелочи, еще в чем-то, которые не покоряются, которые где-то имеют вот это заклятое, вот про что мы сейчас говорим. Заклятое, например, ну, вот это слово ты читаешь Божье, Библию, а вот тут вот, например, про кощунника. Нет, а это не ко мне. Это не ко мне. Или там кто-то обличает, на себя посмотри. И вот это заклятое остается у тебя, вот это какое-то темное пятно, пятно на одежде твоей духовной. Поэтому вот это заклятое, о чем мы читаем в Ветхом Завете, я чтобы от мысли не уйти, а то мы можем уйти. Давайте сейчас пока придерживаться вот это местописание, которое мы сейчас. Поэтому заклятое вот это в Ветхом Завете, это все равно, что ты оставляешь что-то. Раз там вроде ты верующий, потом раз что-то украл. Ну как украл? Не пошел, не залез в карман. А, например, что-то лежит неправильно, чужое, ты взял. Заклятое? Заклятое. Компромисс? Компромисс. Запачканная одежда? Запачканная одежда. Вот это пример Ветхого Завета нам, как сейчас жить. Тогда было на скрижалях, поэтому убивали. А сейчас в сердцах должно быть прописано. И уже у тебя внутри даже не по мысли злого. Ну, в смысле, как это сказать? Не возжелай зла другому. Гневаясь, написано, не согрешайте. То есть гневаться может человек, потому что природа у нас греховная. Но до захода солнца, как там написано, гневаясь, не согрешайте. Размыслите на ложах ваших. То есть что мы должны? Поразмышлять, в себя заглянуть, в себя и в учение Божье. Поразмыслили, покаялись, и одежда твоя омывается кровью Иисуса Христа. Потому что Он стал... Он взял этот грех твой на себя. Он стал жертвою за тебя. И это процесс освящения у нас. И происходит это силою Божью. Вот это силою Божью внутри нас происходит святость. Силою Божью. Поэтому Бог говорит через Павла. Да? Да вообще через апостола. Он говорит, будьте святы, потому что я свят. Будьте святы. Знаете, какой ответ вокруг? Да, Господи, буду святой. Нет, не такой ответ. Он говорит, будьте святы. Ты говоришь, да, Господи, да будет мне по слову твоему. Ты сказал и сделалось. Ты повелел и явилось. То же самое. Он говорит, будьте святы. Да, Господи, да будет мне по слову твоему. И ты веришь, что ты будешь святый. Вот это Новый Завет. Поэтому в нас два завета. Ветхий и Новый Завет. Ветхий Завет – это когда говорит тебе, будь святой. Ты, да, Господи, буду. Ветхий Завет, ты не будешь, ты никогда своими силами не сможешь. А Богу что нужно? Чтобы уверовали в Сына Божьего. Заслуги Иисуса на тебе. От тебя вера нужна, вера только, только вера. А уже по вере, силою Божью в тебе будут и дела. А по делам уже мы можем друг друга видеть, верующие мы или нет. Истинно мы верующие или мы верующие номинальные, которые имеем двух богов. Как минимум. Поэтому это называется духовный блуд. Что Бог поступит с такими? Как поступит, которые блудодействуют? Проклятие придет. Проклятие придет духовное. Кто физически прелюбодействует, проклятие приходит.
и духовно тоже, наказывается до четвертого рода прелюбодеяния, до четвертого рода. А блуд до четвертого рода, а прелюбодеяние до десятого наказания. Представьте, 10 родов, 10 поколений проклятия. Но как это проклятие действует? Мы знаем, Бог милующий, Бог человеколюбивый, многомилующий, прощающий грех и беззаконие. Что происходит? Прелюбодеяние, атака. Ну, допустим, вот 10 поколений. В каком-то поколении кто-то уверовал в Иисуса, и он не возжелал прелюбодеяния. Что происходит? Останавливается. На нем останавливается проклятие. И действует что? Благословение до тысячи родов. Это просто несравненно. Поэтому нам нужно жить счастливо. Почему? Потому что мы просто должны успокоиться в руках Божьих. И верить, и любить, и Бога в разуме держать, в слове пребывать, размышлять о Божьем, заповеди Его хранить в сердце своем, то есть помнить, и помнить день субботний. Остальное силою Божью в нас происходит. Наша забота – помнить, думать, размышлять, говорить друг с другом, напоминать друг другу о Боге. Вот наша забота – помнить, хранить. Вот здесь, в уме, в сердце нашем, в разуме, в сердце духовном, это в нашем разуме. Поэтому нам будет по слову Его, если мы веруем, желаем, любим Его заповеди. И Он обещает, что Он пропишет в сердцах наших, а не на скрижалях каменных. Поэтому это не будет так звучать. Не убей, не укради, не завидуй. И ты такой, ой. Нет, это говорится, не убей, значит, ты не убьешь. Понимаете? Он это и сделает. Не укради, значит, ты и не украдешь. Не прелюбодействуй. Силою Божию и ты этого даже не захочешь. Даже желания этого не будет. Вот когда желания этого нету, это есть в тебе, в сердце, внутри тебя, Дух Святой. Прописана заповедь в тебе. Аминь. Когда у тебя даже желания нету. Это благодать Божия. Вот она, благодать. Вот Иисус. Он наша благодать. Вот что Он сделал для нас. Вот Его праведность на нас. Когда мы даже не хотим. Мы не боремся там, ой, я хочу, ой, я так хочу, но не буду, Это же мука, а не жизнь. А свобода во Христе, это когда даже у тебя желания нет. И это Бог обещает. Ты прими это, поверь, вы понимаете? Не от дел наших, а поверь, чтоб никто не хвалился. Чем мы должны хвалиться? Только Иисусом Христом. Все. Только им хвалиться. Если что-то я делаю доброе, я не должна хвалиться, потому что это во мне. Бог производит. Во мне нет ничего доброго. Если я что-то делаю доброе, это Христос во мне делает. А если я делаю злое, вот это я есть. Мое я. Греховное. Поэтому, когда много во мне Христа, тогда изменяюсь я. Аминь. Но опять же, муки вот эти вот, да, были раньше, когда ты согрешил, и мучаешься. Ой, какой я плохой. Ой, я опять, Господи. И вот это в себе. Все вот это носишь, вот это на своих плечах, вот это. Отдай Господу. Он это понес на своих плечах. Ты просто покорись Ему. Полюби Его, да? Ты просто поверь Его слову. Отдай Ему грех свой. Он говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя. А какое его иго? Благое, благо. Его иго. Успокойся в нем, отдай ему свой грех, покайся, поверь и восхвали Иисуса, что благодаря его жертве ты счастлив. И вечность твоя с Богом благодаря Иисусу. Это несравненное счастье, когда внутри нас прописаны заповеди. Это благодать явилась в нас. Аминь. Божья благодать. Иисус Христос в нас, Он благодать. То есть это и Иисус благодать, и Сын Божий внутри нас. И это все Духом Святым. Вот мы верою должны вот это принять. Это так нам написано. Сияние славы Отца, Бог, Иисус. Сияние славы Отца. Это характер. Сияние – это характер. Он отразил, Он нам явил Отца, написано, Иисус. И вот так же, вот такое же Богоявление будет во всех верующих. Это есть
соединение с Иисусом, это есть невеста, это есть жена Христа. Это будет отражение Иисуса, характера Божьего в нас. Это будет. Сейчас мы смотрим друг на друга, не видим, но веруем. Веруем, что Бог силен нас изменить. Нам только покориться, вникать в себя и в учение, покаяние, обличаться, каяться, отдавать Ему грехи и успокаиваться в Нем. Не нести этот грех на себе. Если ты его исповедал, Бог никогда его больше не вспомнит. Вспомнишь только ты или сатана с бесами напомнит тебе. Бог, написано, как в пучину морскую кинул этот камень греха твоего. И никогда ты уже в море в этом не найдешь этот камень. Вот такой образ для нас. Он никогда не вспомнит греха, написано. И тот грех, который исповеданный, он никогда, Бог, никогда не вспомнит, потому что этот грех понес Иисус Христос. А кто не верит в Иисуса Христа, скажите мне, как им жить? Нет Искупителя. Если они не веруют, Он есть, но они Его не веруют, не веруют в Него. По вере только происходит в нас. Он есть для всех, Он для всех, Иисус, для всех. Но только верою мы Его принимаем, через веру. Поэтому вот здесь нам описан свидетель древний, это Авель, который угодил Богу жертвой. То есть он, как это на нас сейчас, да, перенести, это как жертва, угодная Богу, дух сокрушенный. То есть ты сокрушаешься, каешься и веруешь, что Сын Божий понес за тебя, за твои грехи наказание. А ты не наказываешься, ты даже на суд не приходишь за свои грехи. А их сколько у нас? Миллиарды грехов. Не сосчитать, сколько грехов. И ты за них не приходишь на суд. Потому что суд пал на Иисуса. Написано, верующий на суд не приходит. И вот Авель уверовал, и вера его вменилась ему в праведность. То есть, смотрите, тут написано, и получил свидетельство, что он праведен. Свидетельство от Бога получил. Свидетельство от Бога. Кто у нас свидетель верный? Иисус Христос. Кого он получил в сердце свое? Иисуса. Авель получил в сердце свое Иисуса. Вот праведность, понимаете? Это Сын Божий в нас, праведность Божья. Духом Святым. В нашем духе, в человеческом духе. Когда мы уверовали в Иисуса Христа, дух человеческий ожил. Он был мертв, а сейчас ожил. И там пребывает Дух Святой в этом духе. Те, которые не веруют в Сына Божьего, у них дух мертвый. У них только совесть, которая заложена Богом. Чтобы раньше времени, не знаю, я, наверное, грубовато скажу, люди не стали зверями. Они будут. Почему я сказала раньше времени? Потому что в конце так и будет. Когда закроются двери благодати, не будет удерживаться зло, тогда человек будет хуже бесов. И это все мы увидим. Это будет перед приходом Сына Божьего. Если сейчас мы видим какое-то беззаконие, ужасаемся, да, то что будет дальше? Поэтому Господь нас предупреждает. Но когда мы уповаем, когда мы под Его крылом, Он как орел, Он как птица собирает нас под свое крыло. Ну скажите мне, но кто нас заберет из руки Его? Написано, кто заберет из руки Его? Никто. Если я в Его руке, в правой руке, никто не заберет. В левой тоже Его руке все. Вообще все в Его руках. Но я увидела в Писании, что в правой руке. Он держит за правую руку. Вот именно везде правая, понимаете? А десную это справа. И мы тоже справа. Понимаете? Это можем потом разобрать. Что еще и в Иисусе Христе мы не просто прощены, не просто праведность. А мы еще перед престолом Божьим предстоим. Но это уже, дай Бог, позже разберем. Ну, на этом закончим сегодня. Мы только 4 стиха разобрали. И то даже до конца еще не разобрали. Правильно можно говорить. Про Ветхий и Новый Завет внутри нас можно говорить очень много. Поэтому и сегодня мы уже, наверное, начали понимать, да, кто, кому непонятно. В Ветхом Завете вот эти войны, это на скрижалях каменных заповеди записаны. А Ветхий Завет – это не убей, даже не помысли. Новый Завет – даже не помысли об этом. Это заповеди прописаны в сердцах наших. Это есть Новый Завет. Поэтому, живя сейчас, в это время, после Иисуса Христа, мы можем иметь внутри себя Ветхий и Новый Завет. Ветхий Завет – это я сам, да, Господи, я смогу.
Да, я тебе обещаю, я не буду грешить. А Новый Завет – это Господь. Я люблю твои заповеди. Я выбираю тебя. Да будет мне по слову твоему. Аминь.